После того, как прошлым летом Московская набережная в Чебоксарах преобразилась, в соцсетях появился новый хэштег «Счастье на Волге». А счастья, как известно, много не бывает. Так что благоустройство этой территории продолжится. А вот в каком направлении – это предлагают решить чебоксарцам вместе с архитекторами. Подробнее в сюжете. Привет, я Филипп Якубчук из Маршлаб, и мы находимся в стенах Московской архитектурной школы. И очень скоро мы отправимся в Чебоксары, чтобы проектировать там Московскую набережную. Маршлаб проведет в Чебоксарах воркшоп. Что это означает, расшифровывает главный архитектор города Вениамин Мамуткин. С 3 марта по 11 марта в Чебоксарах намечено проведение проектного семинара. Иными словами, мы называем это воркшоп. Марш – это Московская архитектурная школа, при ней лаборатория. Мы с ними заключили договорные отношения у нас. И мы хотим, чтобы они нам выработали концепцию благоустройства Московской набережной. Привлечение иногородних или даже иностранных архитекторов для проектирования пространств для Чебоксар опыт не новый. Так концепцию Красной площади в свое время презентовал испанский зодчий Хосе Сибилья. Однако в этот раз все по-другому. Специалисты Марша будут так называемыми тьютерами, то есть руководителями проекта групп, куда войдут молодые чебоксарские архитекторы и жители города. Мы предлагаем технологию вовлечения жителей города. Мы вовлекаем их в этот процесс, и в результате мы получаем продукт коллективного творчества. И мы планируем в результате получить не просто красивые картинки, а успешное городское пространство, активное и нужное жителям. Всех желающих приглашают 3 марта к 10 часам в Большой зал городской администрации. Финальную концепцию представят там же спустя неделю работы, 10 марта. Именно она ляжет в основу технического задания на уже рабочую документацию. Следующий шаг, после которой – реализация. В отличие от прошлого этапа, когда реконструкцию набережной финансировал Ростуризм, благоустройство продолжится уже на средства федеральной программы формирования комфортной городской среды. И в списке на этот год не только набережная. В этом году мы проектируем благоустройство 18 общественных пространств. Как и прежде, последнее слово за горожанами. Ольга Пырочкина, Денис Ноздрюхин, Республика.